Ну что, доброго всем утречка, спали прекрасно, матрас просто супер. Слушайте, я в Киеве постоянно просыпаюсь, и здесь вообще отлично. Выходим снова на эти красивые диванчики. Сзади вид просто классный. А ну, сейчас, ух ты, доброе утро, Львов, мы идем на завтрак. Красота. Так. Доброго ранку. Так, звісно. Донизу шли. Ага. Вот, где завтрак. Так, давай я первая. Давай первая. Ух ты, красота какая. Ух, львы. Вот точно напоминает вид Штос. Ага. Вот такой здесь завтрак. Точно, что вид Штос. Доброго ранку всем. Так, вот это вот. Добрый ранок. Ух ты. А ну что это такое? Я вижу. А там что? Мне интересно. Наверное, туалет, ванная, может, руки помыть. О, слушай, давай пройдем. Да, слушайте, мы в замке просто. Какой там завтрак? Давайте с вами посмотрим картины и куда можно зайти. Вон, в баранье, да, прямо. О, да, туалетик, класс. О, какие подсвечники, вот эти вот факелы ставят. Смотри, тут. Вот такую мы прям попали с вами в древность какую-то. Так, а там что у нас? Там стена у нас, вот я вижу, кирпичную. Ну, красиво. Так, обзорочка туалета. Все шикарно. Очень даже классненько, что могу сказать. Ну что, доброго всем утра. Идемте посмотрим львовский завтрак. Да, прекрасные овощи есть. Салатики. Соленые огурцы, помидоры, это ценно, масло. Так, что здесь? Слива маринованная, вареный буряк, творог домашний, яйца, красота, сырки и нарезочка мяса. Я вам сама пооткрываю все. Сосиски, пюрешка, по-моему, или яичница, и мяско. Закрываем. Так, рисик. Это же похож на булгур. Скорее всего, фасолька и вареные овощи. Кабачки, баклажаны, морковка, капуста. Есть йогуртик. Ой, мед как красиво поставили. Мед, сметана. Сгущенное молоко и это джем. Переставить только надо. Так, давайте поможем людям найти правильные позиции. Так, короче, вот так вот джем. А вот тут сгущенное молоко. Поработали чуть-чуть. Что это у нас такое? А, сырнички, оладушки. Оладушки, скорее всего. Ух, это какой-то сырный пирог и кекс. Потом печенюшки, красотушки какие-то, круассаны. Дальше слива, яблоко, апельсин, абрикос здесь есть. И разные соки воды. Так, есть лимонад, что-то красно-темное. Наверное, яблочко, апельсин. Кофе и шурак. Ой, кофе, чай. Как раз с лейблом отеля Натали. И что радует, кофе. Ух ты, прикольно. Кстати, вот хлопья пропустила, я не увидела. Хлопья и каша овсяная. О, овсяночка. Может, дерябнуть овсяночку, мне будет интересно. Дерябнуть овсяночку. О, вообще такое, такое уютное место, такие витражи, слушайте, просто аутентичное, симпатичное место. Прикольно, вообще как бы маленькое такое вот помещение, а такое классное. Ну вот такой у нас сегодня львовский завтрак, сейчас возьмем, попробуем, вам расскажем, думаю, вкусно. Это курочка вот эта, что это у меня? А я думаю, да, кстати, обратила внимание. Это как парная, как вареная. Наверное, когда сядем, я положу камеру, тоже пойду наберу себе и расскажу. Наталенька уже. Наталенька молодец, слушай. Вообще класс. И сосисок еще хочу попробовать. Я хочу. Сели поближе к лесенке. Наташа еще пошла за всякими вкусностями. А я сижу здесь с ее блюдом. Ну, можно к себе подтянуть.
творожок попробовал, ну расскажи, вкусно, да? Вкусный, ты взяла маринованную сливу, сосиску, творожок. И бурячок. Сейчас свой выбор покажу. Смотрите, булгур, чуть-чуть сырка, мяско, я думаю, что да. Ветчинка, конечно, колбаса. Это вот вкусная такая, мне кажется, с капустой фасоль, соленый огурец, соленый помидор, салат с капустой и капуста вареная. Ну что? Слушай, а булгур как это? Еще, по-моему, макароны. Что? С макаронами. Как этот? Как это называется? Кошери. Ой, кто пробовал египетское блюдо кошери, класс. Ну, такой вкусный, смотри, тут. Да? Угу. А попробуй еще мяско, вот кстати, фасольку. Вот. Да, и мяско обязательно. Ну, как это не фасолька, а бобы прямо. Это смачно. Что это? Фасолька, а с капустой прикольная. Что тебе еще сказать? О, давай сливу попробуем. Давай. Вкусно. Так уже. Каша вообще шикарная. Ну это вот вкусная тема. Все, начинаем есть. Все, сейчас начинаем есть, приступаем. Потом что сладкое покажем? Потом я уже сладкое буду оборзевать, обозревать. Ты выбрала? Нет, еще там такой выбор. Ты что? Но я хочу много. Но сначала я хочу поесть вот это. И будет вкусно. Всем приятного. Ну что, друзья мои, попробовала очень вкусный этот булгур. И эта вот фасолька, она как рагу. То есть вообще. Скажи, как классно сделано, что не пережарено, нет соуса много. Короче, украинский завтрак я вижу подобный. Классно. И классно сделано. Дал, кстати, небольшой. Всего лишь на 1, 2, 3, 4, 5 столиков. Ну, отлично. Да, ну классно. О, да. Вот. Этот огурец так. Был с чешуей. Что? Огурчик я пробовала, классный. А и булгур понравился очень вообще, конечно. Да? Это еще треба. Это вкусно. Слива тебе понравилась, творожок тоже. Ну, вообще, здесь все вкусно. Все просто класс. Такое все родное, домашнее, так что вкусная тень. Не, ну подожди, она еще сделана. Как? Можно сделать, извини меня. Извиняю, конечно. О, замечаю витражи еще. Не, я заметила. Это именно, да. Но все равно вся придумка, все сделано. Ты в замке сидишь буквально. Да, подземелье дракона. Да, главное, чтобы не ведьм. Скажите, будь ласка, якою мовою це написано? Вірменська, по-моєму. Вірменська? А, це вірменська мова, наша українська. Це не схоже, от я посмотрела. Бачиш, там, наверное, порядок. Туманян, да, кстати, пили еще лимонадик, прикольный такой вот. Даша говорит, кажется, там сахар есть. Ну, возможно. Взяла чуть-чуть овсяной кашки, смотрите, сколько прям. Как кот наплакал. Ну, чтобы не объесться точно. Ну, сейчас такая вторая серия. Ну, сейчас. Потому что хочется углеводов еще, живот еще почему-то пустой у меня. Такая... Как в детском садике такая кашка, мягенькая такая, но с молоком я не очень, я с водой люблю. Ешь добавь. Я поем, классно сварено, такой видно. Солодка еще нет? Нет, нормальная кашка. Проваренная хорошо. Да, даем Дим кашку и будем показывать ему сладкое. 5 из 5 кашка? 4 из 5, потому что я на молоке не люблю. Ну так это ж ты не любишь. Кажется, да, так, есть так сахар же. Чуть-чуть. Да? Это видишь. Все, мои дни. Боже, я не... Да? Угу. Ну, я... Обзор зала. Да, небольшой такой залчик. Ну, видите, вообще, места, я думала, сейчас не хватит. Да, 5 столов всего, но я думаю, что если приходят люди, просто они садятся вместе. Ну, что делать? Красивые фиолетовые такие стулья вообще. Да, кашку уже им. И вперед! Не, я уже чувствую, что я насытилась, но вот эти помидоры, огурец вообще так сделано. Да, не так. Уксуса много, так прямо. Ой, каша, бур. Ваше здоровье. Да, ваше здоровье. Ух, Наташа решила попробовать, наверное, это компот. А правильно я вот рекомендую? Отлей чуть-чуть, попробуй, тебе вкусно, ты возьмешь. А невкусно не будешь брать. Ну что, как? Я лимонада хочу еще. Это даже, не знаю, так, ты не пробовала еще машинку? Нет, это не очень сладкое, но так, это... Ну что, пробую.
морс, не морс, но морс. Так, что у нас здесь показывается непонятно что. Большая, маленькая, маленькая. Господи. Наверное, американо только и все. Наташа, выбор. Ну, сейчас я тоже выберу, конечно. Тут, наверное, возьму один кусочек того, один того. Это мне уже нравится. Сырник и кексик. И придем к вам показывать, что мы выбрали на сладенькое. Ждем Наташу со сладостями. Все еще тут такие тоже прикольненькие лампы, подсветки и фрески. О, видно, Наташа кофеек включила. А, прям разные узоры в каждой лампе. Интересно. Отель, конечно, классный. Наталья, 18. Ну что, вот мой выбор, Наташин выбор, мой выбор. Еще кофе попробую. Наташа предполагает, что кофе здесь не очень. Так, это творожник, наверное, это кекс, а это такое печенька. Не очень, я предполагаю, потому что отзывы, по-моему, писала. Может и нет, я уже не знаю, в каком я там читала. Песочная, свежая, прямо в рот развалилась. То ты шо? Угу. Я, наоборот, посмотрела на печеньки, типа, нравится, не хочу. Нравится, да? А ну, спасибо. Все, делюсь с Наташей. Угу. Камера не прикатилась. Ну, я такое не люблю. Кофе, ну, обычно американо, честно. А ну? Ну, хотелось бы туда эспрессо. А ну, мое попробуй. А у тебя есть что? Я на другую кнопочку нажала. По-моему, они одинаковые, у тебя пены больше. Не? У тебя, по-моему, горячей. Мне кажется, горче чуть-чуть. Ну, что-то я, по-моему... Он по цвету как-то, вот мой лился, он по цвету был темнее. Ну, могли бы написать, что там. Так, творожничек пробуем. Надо спросить, мне, может, там и есть класс. Это. Ммм, чизкейк. Творожничек. Это, может, это, львивский сырник. Это похоже на львивский и сырник. И цедра такая, лимончик. О, это называется львивский сырник, поняла? Вкусно. Угу. Печется в это, в духовке. Рецепт, ага. Да. Это кексы. Ой, такой свежий. Я беру, у нас просто вот пальцы так вминаются. Такой пухленький. Пухкий такой. Я его ем, он обратно как бы распрямляется. Классный тоже. Слушайте, хороший выбор. И печеньки хорошие. Кофеек неплохой, но хотелось бы туда эспрессо, как я люблю еще налить. Вчера вышли, когда прогуливались. Купили, знаете, такие вот сам себе наливаешь в кафешке, то на кассу идешь. Даша перепутала размер, налила латте обычный, а она в big size. Нам поверили, что big size. А я американо, а потом еще туда добавить эспрессо. Если бы на кассе не сказала, что американо и еще эспрессо, можно было просто бы заплатить только за американо. Не, ну мы же честные люди, что там. Нам в карму минус не нужна. Так, кофеек такого цвета. Ну, Наташка, он такой же уже. Я просто пена стояла. Ну, он лил, когда лился мой, он почему-то цвет был насыщеннее, чернее. Чернее? Какой-то двойной. Может. Надо еще эспрессо пойти, на все кнопочки понажимать там. Сломать машинку. И будет счастье. Ну, вот такой у нас сегодня львовский завтрак. Классно, нравится, место вообще. Место прикольное тоже, да? Аутентичное вообще, замок такой, ну. Этому сколько зданию сказал? Мы уже повторимся, наверное. 150 лет, а отель, по-моему, с 2007 года. Да, это мы прочитали там в информации у нас в номере. С 2007 года отель. Угу. Потом, ну, вообще, такой второй выбор. День, полет отлично. Да. Шикарно. Спали, слушай. Тебе нравится? Ты же расскажи, как спали вообще, отлично. Спокойно. Бывает, что это. Я просто свои впечатления хочу сказать. Очень классно, вообще замечательно. Матрасы шикарные. Тишина. Ну, я вообще ничего не слышала. Ну, во-первых, комендантская час, комендантская година. Да. То есть люди не запрещено. Где трамвай поехал в 4:50, я проснулась. Ну, а что ж ему? И ты услышала? Да. А я вообще ничего не слышала. Я очень чутко сплю. Я вообще чутко сплю, просто там в Киеве. Просто. Ну. Вот, всем, да. Всем мира добра, всем хорошим людям тепла. Да, всем хорошим людям. Не всем хорошим. Не всем, только всем хорошим.